Билет номер 19, вопрос номер 1. Какие неисправности приводят к загрязнению окружающей среды? Имеется подтекание массы и охлаждение жидкости, повышение дымности двигателя. Обе неисправности ведут к загрязнению окружающей среды. Вопрос номер 2. Допускается ли эксплуатация самоходных машин с поврежденной изоляцией электропроводов? Не допускается. Вопрос номер 3. Допускается ли использование открытого пламени для подогрева масла в поддоне двигателя? Запрещается. Вопрос номер 4. Всегда ли нужно шпинтовать штырь прицепного или буксировочного устройства при работе самоходной машины в агрегате с прицепными машинами? Всегда. Если что, вот этот рисунок, это рисунок навесного оборудования. Вопрос номер 5. Допускается ли эксплуатация самоходной машины при подтекании топлива? Не допускается. Заливать топливо в бак при работающем двигателе самоходной машины запрещается. Допускается ли работа на самоходной машине в одежде со свободными краями? Не допускается. Вопрос номер 8. У пострадавшего не наблюдается сердечная и дыхательная деятельность. Ваши действия. Так, освобождение дыхательных путей, искусственное дыхание, наружный массаж сердца.